Всем привет, дорогие наши друзья и зрители нашего канала Smart Russia. Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы приветствуем вас на нашем канале. Кто впервые заглянул, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы. Сегодня у нас английский завтрак. Там, кстати, под последнее видео девочка одна написала: «Снимите английский завтрак». Мы готовы снимать английский завтрак. Я вот решила его приготовить. Я так вообще прям готов, я удивлен. Какой английский завтрак? Почему мы раньше его не готовили? Такое месиво, да? Наверное, смотрится. Все, давай пробовать. Мне не терпится. Так, с чего начать? Так, это смотрите, как бутербродики, что ли? У нас здесь гренки с яйцом. Ну, гренки, наверное, уже влажненькие. Влажненькие гренки. Да. Давайте пробовать. Потому что там они, я их накрывала крышкой, чтобы это все не остыло, короче говоря. Они уже не хрустят по-любому. Тут бекон у нас обжаренный, фасоль тоже на масле сливочном. Помидорки на масле сливочном пожарим. Молодец, Настя. Если честно, ты меня удивила. Сосиски на масле сливочном. Удивила. Да. Ничего особенного. Просто единственный вопрос, что у нас с Лёшей с температурой. Посидела бабушка быстренько, пока я тут это... Блин, они не хрустят. Я их подсушила на сковородке, и пока тут это все, они уже мягкие. Но не менее вкусные. Ну, вкусные, да. С утра у Леши не было температуры, вот под вечер опять поднялась. Ну, под вечер всегда температура поднимается. Я просто думала, что уже все, потому что ночью был холодный, в принципе, я думала, что температура прошла. Я смотрю, что-то вялое, на ручки просится, весь день капризничает. Думаю, что такое, что такое? Все равно же на поправку пошел. Смотрю, что-то это, глазки вяленькие. Ну-ка, дай померю. Температура 37,9 была. Сейчас. Напасть какая-то. Не проходит никак. Напасть, напасть, лети, Настюшка, дальше, вирус этот, напасть, напасть. Тут скрыт, короче, один нюанс. Этой песни Настя выражает то, что она всех лечит, она готовит, а я нифига не делаю. Ну так, чтобы в курсе были. Почему? А ты работаешь? Да. Как тебе английский завтрак? Ну, довольно необычно, непривычно, но вкусно. А ты заметил, что когда бекон на сковородке обжариваешь, он уже мягенький? Ну вот я и предполагал тогда. Помнишь, когда мы снимали, что, да, возможно, его надо было обжарить? А, угу. Угу. Так вот вкусно, да, с хлебушком, Мичка? Угу. Тебе так и хочется, наверное, хлебушком вот это, желточек макнуть, да? Как ты это любишь делать. Так тоже неплохо. Ну, я бы макнул. Не спорю. Сок у нас фруктово-овощной. Обычно батарея садится. Как обычно. Да, мы что-то ни разу не снимали, кстати, такие видео. Но они прикольные. А есть французский завтрак? Какой только нет. Или голландский. Ну, ты как думаешь, в Голландии готовят завтраки? Может быть, норвежский завтрак? А ты думаешь, в Норвегии не готовят завтраки? Такие вопросы задаешь. А может быть, в Норвегии готовят английский завтрак? У каждой страны свои, наверное, завтраки. А есть русский завтрак? Какой русский завтрак, интересно?
У каждого свой. Водка, икра. Кстати, по поводу икры. У нас, ты представляешь, у нас цены на икру, какая? Да. У нас срез в том году стоил 1500 срез. Угу. В этом году я посмотрела, продается уже, кстати, срез. Уже даже икра. 2500, 2600 срез. Подорожал как сильно. У нас очень мало рыбы в этом году. Им там перекрыли все, вода, рыба не идет. Готовая 3,5. Готовая 3,5-4. Вообще дорогая икра у нас в этом году. Мне кажется, мы без икры вообще останемся. Ну, можно там, не знаю, литр купить чуть-чуть. Так. Литр сырца. Не, лучше срез не брать сейчас. Да? Он говорит, мягкий, давится. То есть ты купишь там килограмм, готовую. Когда будешь обрабатывать, половину передавишь. Да. Короче, вот так вот. Впервые такое. Вообще впервые, да. За всю историю. Да, от низовки все перекрыли просто. Эти устья. Вход. И все. Да, дорого. Здесь кто-то будет брать? Вообще... И рыба дорогая. А путина все закончилась. А все, рыбы не будет уже? Сейчас все. Сейчас на речку заходит ОМОН. Мы и без рыбы остались в этом году, да? И будет лупасить всех подряд, кто кого увидит. Да, я зачем эта рыба? Пошел, докупил, ну да, готовую. В супермаркете это рыба. Любая. На какую? Любого сорта рыба. Любой вкус и цвет, в общем, как это. Бекон лука. Жирненький. Кстати говоря, по поводу сумок, она в комментариях прочитала, девочка одна написала, что сумку не получила до сих пор. Какая? Кто? Не помню ни имени, ни фамилии. Откуда? С Ленинграда? Я прочитала, мне девочка в Инстаграме написала, что она получила уже. Не с Америки, а другая. С Америки не было, была с Германии. Ну, из Германии, то есть. До Германии дошло уже? Не, она тоже не отписалась. Вот одна девочка отписалась точно, она мне даже фотографию прислала, что она получила. А вот одна девочка, вторая с России, она написала мне вчера под видео, что она не получила сумку, и под этим видео тоже стали писать всякие злопыхатели. Слушай, ну у меня же есть этот... Что мы обманываем, трек-код. Что мы ничего не выслали, что это ДТП. Трек-код есть. Что мы обманщики. Надо проверить. По трек-коду можно посмотреть? Ну, действительно, очень долго идет что-то, да, вроде бы, уже сколько же месяц. Если честно, я думал, она уже давно пришла. Просто нету. Давай проверим. Если честно, я так удивилась тоже, почему до сих пор не пришла сумка. Интересно, до Америки дошла? Германия. О, господи, до Германии. Ведь мне Америка. На Америку. Все, мы отправили уже давным-давно. У меня в сумке лежат чеки. На чеках трек-кода, по которым можно отследить все это дело. Можно посмотреть, да. Угу. Обязательно посмотрим. Самое главное, чтобы правильный адрес указали, потому что тоже, да, может быть. Иначе будем ждать, когда она придет обратно. Потому что она в любом случае должна вернуться обратно. Бекончик хочешь, да? Хочешь помидорку, да? Кушайте, кушайте. Никого не слушайте. Насчет того, что яйца положила сверху, может, тоже этот хруст пропал, да? Влажность сверху. Мне кажется, это за то, что ты крышкой накрыла. Крышкой накрыла? Угу. Я хотела, чтобы тепло оставалось подольше. И они там в тепле, так сказать, размякли. Ну да. Ну ладно, ничего страшного. Не гренки, а хлебушек у нас получилось. Булочка. Булочка, да. Сок вкусный такой. Я, честно, думал, что вы его выпьете. Сейчас приду и ничего не обнаружу. Так,
Потом мою салфетку уже, да, конфисковал. Это мне одной мало было, да? Спасибо. Че смеешься? Тактик, бекон повернулся. Сейчас бутерброд. Ты же с работы, я делюсь с тобой. Ты сегодня даже Лёша на улице не стал спать. О, капризничал. Такого не было. Прям плакал. А его домой привела, уложила спать дома. Дома сразу уснул. Ты горло пшикаешь? Нет. Ничего не делаю. Надо. Съешь бекончик, хочешь? Сейчас давай попшикаем. Давай. Ты его подержишь, потому что он так мне не даст. Давай, давай. Сейчас надо будет весь вечер пшикать. И вообще все утро. Потом весь день. Да. Так, пока выходные не закончатся. Ну что, сегодня третий день, как он болеет. Я вот за один день как-то вылечилась. Держи листик. Ты как будешь мне подкармливать? Спасибки. В общем, пишите, чтобы нам такого еще снять с вами на выходных. Свои идеи присылайте. Если Леша даст, конечно. Хорошо, что Даша с ним пока сидит. Если бы не Даша... Что там у тебя с вами пиликает? Садится, потому что я все. Я тоже. Очень вкусно. Да. Все было очень вкусно, спасибо. Накрывал, не накрывал, все равно все остыло. За вкусный завтрак на ужин. Мне все понравилось. Ты молодец. У тебя все получилось. Это все, что я успела за весь день. Люблю, целую и обнимаю. Так, ну что. Надеюсь, вам тоже понравилось. Кто не пробовал, обязательно попробуйте английский завтрак. Круассанов еще не хватает. А, еще и круассаны должны быть. Ну, английский завтрак. Ох, я бы, наверное, уже круассаны не выдержал бы. Чуть попозже. Ну что, дорогие наши друзья, всем большое спасибо за ваши просмотры, за ваши лайки, за ваши комментарии. Мы с вами прощаемся, до новых встреч, скоро увидимся. Пока-пока.